Привет, народ! Это будет обзор. Приехала посылка очередная. Это часы фирмы Коуми. Как всегда, быстренько доехали. Насчет этого молодец сюда. Продаван. Значит, модель P12. Не вижу только надписи Коуми почему-то. Кстати, этот бренд еще с каким-то совместным делает, по сути, одни и те же часы, только под другим названием. Напишите в комментариях, что это за бренд. Давайте посмотрим, что тут внутри находится. В комплекте у нас шнурочек для зарядки идет. Как всегда, на магнитике это все. И инструкция. Английский, китайский. Нет, только английский язык, да? Да, только на английском языке. Давайте посмотрим, заряжены они приехали. И работают ли они вообще. Так, часы разряжены, значит, будем заряжать, разбираться с ними, устанавливать. Итак, часы зарядились за час до полной зарядки, возможно, быстрее. Отлучился я на часик, пришел полностью заряжен, уже на 100%. Сами часы сделаны из металла. Все как обычно, в принципе, у этой фирмы. Сзади расположены датчики. Сам ремешок достаточно качественный. Из каучука сделан, из приятного материала. Значит, по поводу функционала. У часов защита от воды IP67. Это очень даже хорошо. То есть можно руки мыть смело. Bluetooth 4.0. Работает от Android версии 4.4 и выше, iOS 9. И выше. Памяти в часах 4 гига, батарейка на 200 мА. Соединяются часы с телефоном через приложение DiriFit, оно на русском языке, в отличие от самих часов. В них русского языка нет, есть английский, китайский, испанский, французский и португальский. В принципе, отсутствие русского языка не усложняет пользование часами, так как меню выполнено в понятных картинках и читать в них особо нечего. Из основных минусов, так это совсем мало вариантов циферблатов. 3 заводских и 24 дополнительных. Надеюсь, с обновлением их станет больше. Управление у часов сенсорное. Свайпом вверх, вниз, влево, вправо, в принципе, все стандартно. Кнопкой сбоку можно нажатием вернуться в предыдущее меню, вернее на главный экран. Так, давайте посмотрим, что в них есть. Так, таким свайпом у нас здесь пошли функции. Как видите, все понятно, не обязательно русский язык. То есть сюда можем вернуться назад. Так, здесь у нас можно управлять музыкой. Также, допустим, смотрим YouTube. Паузу, стоп нажали, остановится видео. Самая основная фишка этих часов, это то, что можно с них звонить. По часам я разговаривал, слышат нормально, не жалуются. Получается, как по громкой связи вы разговариваете. Здесь у нас тонометр, сердцебиение и уровень кислорода в крови. Режим сна, не знаю, пользуется кто-то этим или нет. Здесь сообщение, а нет, не здесь они находятся. Скажу так, что сообщения приходят на русском языке. Все хорошо, в точности, как на телефоне. Есть секундомер. Здесь у нас что? Ага, вот эти языки, да, все кроме русского. Ну, не все, конечно, ну. Так, здесь вам напоминание, когда вы можете, когда вам нужно попить воды. Сидячий режим тоже. Здесь у нас можно цвета немного поменять. Сами экранчики. Так, здесь сообщения. Давайте продемонстрирую. Все на русском. В точности, как уведомление приходит вам на телефон. Так, здесь вроде как что. Все мы просмотрели. Здесь сброс выключения. Давайте вот так вот сделаем. Вот управление музыкой можно прослушивать. Здесь можно совершать звонки. Так вот, можно просто даже набрать номер. И позвонить, к примеру. Ну, это я звоню в никуда.
поэтому ничего не произойдет. Это, повторюсь, основная фишка этих часов. За 30 долларов этого не везде встретишь. Давайте продолжим еще, что у нас здесь имеется. Есть диктофон, тоже очень, наверное, редкая функция, кому-то может быть полезная. За 30 долларов это все у вас будет. По поводу аккумулятора. Значит, хватит вам их 2-4 дня, смотря как интенсивно будете пользоваться. Яркости экрана достаточно. Кстати, очень большой минус, что сразу бросился в глаза. Видите, да? Вот это экранчик. То есть он намного меньше, чем сам корпус, сам размер часов. Вот это все рамки. Боковые сверху, снизу. Сразу это как-то раздражало, сейчас привык. Но могли бы сделать экраны на весь размер часов, было бы все крупнее и интереснее. По поводу функции измерения давления, пульсометра и уровня кислорода в крови, цифры выглядят неплохо, но доверять этому не стоит. В целом, все достаточно хорошо работает. За неделю никаких глюков не было. Обошлись они мне в 28 долларов. Где брал, ссылочка будет под видео. За эту цену вы получаете очень даже неплохой набор самого необходимого в часах. Ничего критичного за неделю с ними не произошло, никаких глюков не было. Надеюсь, с обновлением добавят еще циферблаты, тогда вообще будет все отлично. Брать или нет, конечно, решать вам. Не забудьте подписаться на канал и до следующих обзоров. Всем пока!